여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 계속해서 마태복음 5장 이야기를 하려고 합니다. Сейчас мы хотим продолжить и говорить через пятую главу Евангелия от Матфея. 오늘은 의에 주리고 목마른 자에 대한 이야기입니다. Сегодня мы хотим поговорить об алчущих и жаждущих правды. 여러분 정말 배고파 본 경험 있습니까? Вы когда-нибудь были алчущими? 얼마나 지나면 배가 고픕니까? Сколько вам нужно времени, чтобы вы очень хотели есть? 한 일주일 굶으면 배고픕니까? Если неделю, если вы будете голодать, вы будете хотеть есть? 사람은 정상적으로 식사를 하던 사람 한 하루만 굶어도 배고픔을 느낍니다. Люди, которые периодически питаются, если они день будут голодать, они будут хотеть есть. 그래서 이제 심령이 정말 그 사람들이 막 그 의에 주리고 목마른 자. The alchущие и жаждущие правды. 예, 다른 게 주는 게 의에 주리고 목마른 자는 복이 있다 그랬죠. Да, здесь написано блажен алчущие и жаждущие правды. 의에 주린 사람 누구죠? Это кто такие алчущие правды? 내가 의가 없는 사람. Те, у которых нет правды. 선이 없는 사람. У которых нет добра. 정말 내가 하늘나라 가는데 의로워야 하는데 의가 없고 선이 없는 사람이 의에 주리고 목마른 자입니다. Чтобы пойти в Царство Небесное, нужна правда, но если у которого нет правды, они будут алчущими. 근데 사람들은 사단에 너무너무 속아서. Но дьявол так обманул людей. 의에 배부른 사람들이 너무 많아서. Очень многие люди, которые сыты правдой своей. 예, 누가복음 10장에 보면 한번 율법사가 예수님 나와서 말했습니다. В 10 главе Евангелия от Луки один законник пришел к Иисусу и сказал. 선생님, 내가 무엇을 해야 영생 얻을까 하고 말했어요. Он спросил: "Учитель добрый, что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную?" 내가 무엇을 하여야 영생 얻으리? Он говорит: "Что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную?" 그렇게 말한 사람 누굽니까? Кто сказал? Кто может так говорить? 내가 무엇을 하여 영생 얻을까라고 말할 수 있는 사람 누굽니까? Какой человек может сказать, что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? 내가 하고 싶은 대로 할 수 있다는 이야기죠. Это значит, что он может делать так, как он хочет. 아, 무엇이든 얘기하세요. 오, что угодно скажи мне. 내가 그렇게 하겠습니다. Я сделаю, как ты скажешь. 그리고 난 영생 얻을 테니까요. И таким образом я унаследую жизнь вечную. 안식일 지키면 됩니까? Нужно исполнять субботу. 십계명 지키면 됩니까? Нужно исполнять 10 заповедей. 그래야 делать добрые дела. 그래야 영생 얻을 수 있습니다. Скажите, что мне нужно сделать? 나에게 가르쳐 주세요. Ты научи меня. 그러면 내가 하겠습니다. Тогда я сделаю. 이제 그런 사람들입니다. Есть такие люди. 여러분 처음에 사람들이 교회를 나가서 예수 믿기 시작할 때, люди когда идут в церковь и начинают верить в Иисуса, 많은 교회에서 목사님들이 교회 다니면 선언해가라고 합니다. В многих церквях пасторы говорят, делайте добро, 남에게 양보하고요, уступайте другим, 희생하고요, жертвуйте собой, 남을 위해 살고, живите ради других, 나 자신을 위하지 말고, не ради себя живите. 그러면서 이제 선을 행하라고 이제 말합니다. Так говорят в церкви, чтобы делали добро. 근데 참 많은 사람들이 생각이 아, 참 좋네. Многие люди думают, о, как это хорошо. 아, 우리 목사님 설교 너무 좋아. Наш пастор так хорошо проповедует. 아니, 선언해 가면 참 좋지. Делать добро, это же хорошо. 난 선하게 살 거야. Поэтому я буду жить доброй жизнью. 그래서 이제 사람들이 선언을 하려고 합니다. И поэтому люди хотят делать доброе. 근데 처음에는 얼마나 선언하면 되는 것처럼 보입니다. Сначала кажется, что у них получается делать доброе. 아, 이러면 되네. 아, вот как нужно делать. 아, 이래 선언하면 이렇게 좋은데. Если делать добро, это ведь так хорошо. 아이들도 사랑하고. 아, любить детей. 가정도 위하고. 아, заботиться о семье. 교회 성도들도 위하고. Заботиться о братьях и сестер церкви. 아, 신앙생활 너무너무 좋아. 오, духовная жизнь такая хорошая. 내가 왜 진작 이런 삶 못 살았지? Почему же раньше я не начал так жить? 나 이제 선을 잘 행해. Теперь я хорошо делаю доброе. 사람들이 그렇게 Люди начинают так жить. 그다지 얼마쯤 지나면은 또 그다 время проходит. 내가 선을 좀 행했다고 생각한 악을 행하는 경우를 봅니다. Мы начинаем видеть, что хотя мы делаем доброе, но делаем злое. 어떤 사람이 담배를 끊으려고 생각했어. Один человек подумал, что он хочет бросить курить. 그래 언제쯤 담배를 끊을까? Он подумал, когда же мне нужно перестать курить? 아, 내가 열흘이 지나면 아, когда 10 дней пройдет. 내가 이제 새해가 되는데. Будет Новый год. 새해부터는 담배를 끊자. С нового года я перестану курить. 그래서 이제 딱 열흘 뒤에 담배를 끊기로 마음을 먹었어. И он решил, все, через 10 дней я перестану курить. 열흘 동안 피울 담배를 샀습니다. И он купил сигареты на 10 дней. 전에는 뭐 하루에 얼마 안 피웠는데. Раньше он не так сильно курил. 이제 열흘 뒤에 담배 그만 피우니까. Но через 10 дней он перестанет курить. 열흘까지는 담배 피워도 괜찮으니까. Поэтому 10 дней можно курить свободно. 이제 웬만하면 담배를 한 대 더 피우는 거야. И поэтому если есть возможность курить одну больше. 내가 이제 열흘만 지금 담배 나 피울 거야. Я все равно через 10 дней
перестану курить. 그 열흘 동안 담배 피우니까. Только 10 дней буду курить. 하루에 한 박 피우는 담배 두 각을 피웁니다. Потом в день он курил одну пачку, а теперь две пачки курит. 그 열흘 다 돼가지고 하루에 세 각씩 피우는 거예요. А когда на 10-й день уже три пачки курит. 담배 훨씬 늘었어요. Намного больше стал курить. 드디어 이제 약속한 시간이 왔습니다. И пришел у нас теперь день. 자, 나 이거 마지막 담배야. Все, это моя последняя сигарета. 자, 이거 마지막으로 피우면 그만 피울 거야. Все, выкурю эту сигарету и больше не буду курить. 하나 피웠습니다. Этот человек выкурил сигарету. 아직 뭐 오늘인데 내일 남았잖아. Ну, все равно это последний день. Завтра еще, вот завтра начнется. 하나만 더 피워야지, 내 마지막이니까. Ладно, еще одну выкурю. Сегодня последний день. 또 하나 피웁니다. Одну еще курит. 그래, 딱 하나만 더 피우고. Ладно, 담배. Еще одну выкурю. 그래서 이제 평소보다 담배란 두 배, 세 배 많이 피웠어요. И два-три раза курил больше, чем раньше. 열흘 동안 담배를 많이 피우면 점점 담배가 더 늘어, 더 피우고 싶어요. И 10 дней он курил больше, поэтому еще хочется больше курить. 그 아침날, 그 다음날 땡 하고 이제 새벽에 일어났습니다. И на следующий день он утром проснулся. 야, 오늘은 이제 담배를 끊는 날이구나. Все, это день, с которого я больше не буду курить. 나 이제 담배 손 끊었다. Все, я перестал курить. 내 손이 담배를 만질 시간 없어졌다. Теперь моим рукам никогда будут трогать сигареты. 내 입술에 담배를 물 시간은 정말 없어. У меня нет времени, чтобы брать сигарету в рот. 그런 일은 절대 없을 거야. Подобное никогда не случится. 난 이제 담배 냄새가 나지 않을 거야. Теперь от меня не будет идти запах сигарет. 나 이제 양치질 일부러 해야 할 필요가 없어. Теперь мне не нужно часто чистить зубы. 나 이제 오늘부터 담배를 끊는다. Потому что я перестал курить. 독하게 마음을 먹었어. Да, так он принимает такую душу. 그래, 하루 종일 담배를 끊었습니다. И целый день он не курил. 몇 번씩 막 담배 카페에 손이 가고 하지만 아예 담배 없애버렸어. Да, конечно, ему хотелось взять сигареты, но он выбросил все сигареты. 담배 카페를 버리고 나니까 이제 막 담배 누가 버린 꽁초 그라도 피우고 싶어. Потом он идет по дороге, видит окурки, хочется взять их покурить. 아, 이건 절대 안 돼. 나 오늘 담배를 끊은 거야. 네, 네, так не подойдет, потому что я сегодня перестал курить. 이제 난 한 12시 가니까 막 견딜 수가 없어요. Ну, проходит 12 часов, и уже невозможно вытерпеть. 사람이 결심한 걸 그럴 수가 있어. Эй, ну как, я же принял решение, нельзя так. 아니, я же 절대 담배를 안 피워. Все, больше я не буду курить. 담배를 끊었습니다. Он перестал курить. 저녁 7시가 됐습니다. 7 часов вечера. 미칠 것처럼 담배 피우고 싶어. 네 목소리 나서 구리시 돈 쌓여 쏘마. 그도 참았습니다. 넌 терпел. 그리고 이제 그날 밤에 마저 잠자리에 들게 됐어. 이노시 он лег спать. 야, 오늘은 담배 진짜 안 피우고 하루를 보냈네. Ой, сегодня я не курил. Как хорошо день прошел. 내가 이제 잠자리에 참 자고 이제는 오늘 하루 담배를 끊었어. И все, если я буду спать, тогда я сегодняшний день не курил совсем. 그 다음 날부터 이제 담배를 끊기로 마음 먹고. И он решил, завтра тоже не буду курить. 그날 이제 담배를 끊고 하루 동안 담배를 안 피우고. И один день он не курил и спал. 그 이튿날 아침 일어났는데. На следующий день он встает. 자기도 모르게 담배를 물었어요. Он сам не замечая уже взял сигарету в рот. 그리고 불을 켰어. И зажег его. 불을 붙였어. И он закурил. 아, 참, 나 담배 끊었는데. О, я же перестал курить. 아, 내가 담배 끊었는데 또 피우지? Почему я курю? Я же перестал курить. 아, 이건 피웠던 거니까, 이왕. Ну уж, если я закурил один раз. 이것만 피우고. Вот это, докурю уже. 다시 안 피우면 돼. И все, больше не буду курить. 그러니까 마지막 끝까지, 막 손이 뜨거울 때까지 담배 쓰는 거. И он начинает курить до того, пока рукам не станет горячо. 그리고 난 뒤에 이제 아침을 먹고. Потом позавтракал. 12시가 됐어. 12 часов дня. 담배 피우고, 너무 담배 피우고 싶어. Он уже курил, поэтому еще хочется курить. 이미 아침에 어겼으니까. Но все равно утром уже нарушил. 오늘 어긴 거니까. Сегодняшний день уже провален. 오늘 하루 종일 어기고 내일부터 바로 하자. Ладно, сегодняшний день будет так провален, завтра буду хорошо соблюдать. 오늘부터 담배 피우기 시작했어. И с дня он начинает курить. 그 이튿날 담배 피우기 시작. На следующий день он снова курит. 그러니까 담배를 끊으려고 시작한 그날부터 열흘 동안 평소 담배 두 배, 세 배 피우다가. С того дня, когда он решил перестать курить, он купил, курил 2-3 раза больше. 하루 끊고 그 다음날도 피우니까. Потом один день перестал курить, потом снова курит. 담배 피우는 양이 훨씬 더 많아졌어. Потом намного больше стал курить. 이제 보통 담배를 그렇게 끊습니다. Так обычно люди бросают курить. 대부분 사람들이 그렇습니다. Большинство людей так поступают. 그러니까 담배를 실제나 생각할 때, 아, 담배 끊으면 끊지, 뭐, 그건 뭘 그렇게. Знаете, люди думают, да ладно, брошу курить, значит, брошу. 나 주일날 교회 나가고 이제 그것도 예 주일날 잘 지킬 거야. Я буду ходить в воскресенье в церковь, буду хорошо соблюдать воскресенье. 난 그렇게 성실하게 십일조 잘할 거야. Я буду хорошо приносить десятину. 마음에서는 너무 쉽습니다. Знаете, в душе это очень просто. 왜냐면 그때는 어떤 때냐면은. Почему? Потому что тогда. 그냥 담배 피우고 있는 때니까.
Этот человек курит, поэтому думает, это будет просто. 일주일, 열흘 지나가면 너무 견디기 어렵지. Но когда перестает курить и проходит неделя, 10 дней, тебе очень тяжело терпеть. 끊으려고 생각했을 때는 하루에 한 가지 피웠는데. Понимаете, когда он решил не курить, тогда он курил одну пачку в день. 끊으려고 생각한 그때부터 하루에 두 가지씩 피우게 된 거예요. А с того дня, что он подумал, когда он бросит, тогда начал две пачки выкуривать. 사람들은 생각해요. Люди думают. 끊으면 끊겠지. Да ладно, захочу, перестану курить. 근데 실제로 우리가 담배나 술이나 그런 것도 그렇지만 Но это касается и алкоголя, и курения. 우리의 잘못된 습관들, 잘못된 정말 내가 죄된 삶들, 정말 더럽고 추한 삶을 고치는 쉽지 않습니다. Но вредные наши привычки, греховная наша жизнь, чтобы исправить это не так просто. 근데 실제로 해보지 않고 Но на самом деле даже не попробовав. 예, 베드로가 말했습니다. Петр сказал. 다 주를 부인한 난 다 주를 부인한 주를 버리지 않겠습니다. Даже если все оставят Христа, я не оставлю Христа. 내가 주와 함께 죽을 때 주를 부인하지 않겠습니다. Даже если мне надлежит умереть с тобой, я умру с тобой. 생각은 그렇습니다. Да, мысли у него такие. 그러나 힘들어 당하면 내 마음이 너무 약해질 뻔한 거죠. Но когда оказался в положении, его душа очень ослабела. 그 내가 담배를 피우고 술을 마시고 악에 빠지는 것입니다. И я начинаю курить, впадать в грех, начинаю пить. 근데 실제로 그걸 겪어보지 않고 Но даже не испытав подобного. 형편을 따라 내가 앞으로 잘해야지는 마음을 가지고 다 잘할 것 Когда мы смотрим на положение, мы думаем, я буду делать хорошо. 이제 여기서 어떤 율법사가 나와서 예수님, 내가 무엇을 하여 영생을 드릴까 물었습니다. Да, один законник пришел к Иисусу и сказал, что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную. 쉽게 말해, 이 율법사는 자기는 무엇이든지 하면 할 수 있다고 생각하는 생각을 가진 사람. Другими словами, он думает, что он сможет сделать все, что он захочет. 아, 아니, 술 끊으면 돼, 술을 왜 마셔. Да ладно, перестану пить, что тут такого сложного. 담배, 나 담배 안 좋아해요. 오, сигареты, я не люблю сигарет. 왜 죄를 짓습니까? Почему вы грешите? 거짓말하면 씁니까? Разве можно обманывать? 거짓말 나쁜 거예요. Обман это плохое. 말하면 안 돼요. Нельзя обманывать. 이제 우리는 대부분 그렇게 생각을 합니다. Большинство людей так думают. 그래서 내가 그런 생각 속에 있을 때는 И когда я нахожусь в таких мыслях, 내가 십계명도 다 지킬 수 있을 것 같고. Мне кажется, что я смогу исполнять все 10 заповедей. 죄도 짓지 않을 것 같고. 그래서 что я не буду грешить. 성실하게 정말 잘 살 수 있을 것 같은 그런 마음이 듭니다. У нас появляется душа, что я смогу жить честной жизнью. 그런데 실제로 우리가 행해 보면은 Но на самом деле, если мы попробуем, 우리가 담배를 끊는가 술을 끊는가 이런 것들이 절대 쉽지 않습니다. Перестать курить Это не так просто. 오늘도 그런 삶을 벗어나보려고 애쓰는 사람들이 너무 많은데. На сегодняшний день многие люди стараются от этого освободиться. 그러면 그걸 벗어나지 못해 고통하는 사람들이 세상에 너무 너무 많습니다. Но в этом мире многие люди мучаются, потому что они не могут освободиться. 그래서 사람들이 정말 그런 죄를 짓고 악을 지으면 그걸 벗어날 수 있다고 생각하고 큰 소리를 치는 거예요. А люди думают, что они смогут освободиться и громко говорят, принимают решение. 예수님께서 율법사에게 물었습니다. Иисус сказал законнику. 율법에 무엇이라 기록되면 네가 어떻게 읽느냐? Что написано в законе? Как ты читаешь? 그 질문이 상당히 재미가 있습니다. Этот вопрос очень интересный. 율법에 무엇이라 기록되었느냐? 그렇게 물은 것이 아닙니다. Да, он спросил, как написано в законе? 율법에 뭐라고 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? Написано, как написано в законе и как ты читаешь? 자, 율법에는 이렇게 기록되었습니다. Смотри, так написано в законе. 나는 이렇게 읽을 수 있습니다. Я могу вот так прочитать. 율법에 있는 그것을 이렇게 읽을 수도 있고 저렇게 읽을 수도 있다는 의미입니다. Другими словами, закон можно прочитать так и по-другому. 율법에 무엇이라 기록되었으면 내가 어떻게 읽느냐? Что написано в законе и как ты читаешь? 율법은 이렇게 기록되어 있지만 В законе это написано вот так. 내가 이런 방향으로 읽을 수도 있고 저런 방향으로 읽을 수도 있다는 걸 의미하는 겁니다. Но это символизирует, что я могу прочитать и в этом направлении, и в другом направлении. 그럼 너는 어떤 방향으로 읽고 있느냐 말입니다. И поэтому как ты читаешь? 예, 그렇습니다. 율법에는 두 가지 방향으로 읽을 수 있습니다. Действительно, закон можно прочитать в двух направлениях. 잘 아는 대로는 십계명을 율법의 한 부분이 율법의 중심이죠. Да, 10 заповедей мы считаем, что это основа закона. 십계명을 가지고 성경 지키라고 그랬어요. 이 바람에 Библия написано, чтобы исполняли 10 заповедей. 그래 성경이 원래 성경이 떠나는 하나님 뜻하는 바는 그게 아니었습니다. Но то, что Бог хотел сказать, то, что Библия хочет сказать, это не то. 율법을 지켜 선을 행하라는 얘기가 아닙니다. 어, Бог не хочет сказать, чтобы вы делали, исполняли закон, делали доброе. 율법을 한번 지켜봐. Бог говорит, попробуй исполнить заповеди. 지켜지나. Получится у тебя или нет? 너는 뭐 지킬 거야. У тебя не получится. 너는 율법을 지켜보기 전에는 Прежде чем мы попробуем исполнять заповеди. 내가 율법을 지킨다 큰 소리 치지만 Мы можем громко сказать, что да, я исполнил заповеди.
지켜봐. Ну попробуй исполнить заповеди. 네가 못 지킬 거야. У тебя не получится. 그럼 네가 아무리 밟으면 안 되고. Как бы ты ни старался, у тебя не получится. 그때 뭘 발견하냐면. Тогда что мы обнаруживаем? 네 마음이 얼마나 거짓되고. А увидишь, насколько здравая душа. 얼마나 악하고. Насколько злая душа. 얼마나 음란하고. Насколько похотливая душа. 얼마나 더럽고. Насколько грязная 얼마나 душа. 얼마나 야비한 걸 발견해. Ты обнаружишь, насколько ты хитрый. 그래서 율법을 앞에 나 두 가지가 있는데. Именно поэтому есть два направления чтения закона. 선에 사는 무조건 난 율법을 잘 지키면 잘 될 것 같아. 선하게 살 것 같아. 그런 생각 가지고 율법 죄를 짓지 않을 율법을 지킨 사람이 있습니다. Есть люди, которые исполняют заповеди для того, чтобы жить доброй жизнью, делать добрые, хорошие вещи. 그래, 여러분, 율법을 온 마음을 다 지키다 보면은. То есть всей душой мы попробуем исполнять заповеди. 아, 나는 너무 더럽고 악하네. 아, я очень грязный, скверный человек. 난 율법을 지킬 수 없겠구나. Я не могу исполнять заповеди. 난 저주를 받고 멸망을 받을 수밖에 없겠구나. Я проклятый и должен погибнуть. 그 사실을 깨닫게 된다. И этот факт мы обнаруживаем. 예수님 앞에 물었습니다. Перед Иисусом спросили. 내 이웃이 누굽니까? Кто мой ближний? 예수님이 대답하셨습니다. Тогда Иисус сказал. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고 내려다 강도를 만났다. А был один человек, который из Иерусалима шел в Иерихон и встретил разбойников. 강도를 만나 강도들이 옷을 벗기고 때려 급한 죽은 것을 버리고 갔다. 아, разбойники сняли с него одежду, оставили едва живым. 마침 한 제사장이 그 길로 지나가고 피하여 지나가고. И проходил священник и прошел мимо. 레위인도 그렇게 하였어대. А прошел левит также прошел мимо. 어떤 사마리아는 여행하는 중에 그 길을 그를 보고 불쌍히 가까이 가서 기름과 포도주를 붓고 그 이제 싸매고 자기 짐승에 태워 주마고 데리고 돌보아주고. И один самарянин шел по той же дороге и жалился и переработал раны, облил вином и маслом, посадил на своего жеребенка зверя и повез в гостиницу. 그런 이야기가 나옵니다. Есть такая история. 그럼 여기에서 두 가지 종류의 사람이 나오는데. Здесь есть два типа людей. 자기 율법을 잘 지킬 수 있다고 생각하는 사람. Те люди, которые думали, что они хорошо смогут исполнять заповеди. 그 사람은 율법사처럼 실제로 지켜보지 않는 사람이고. Это такие люди, как законы, которые не пытались исполнить хорошо закон. 율법을 지켜보고 정말 지키려고 하면. Если вы попробуете действительно исполнять заповеди. 아, 율법이 너무 악하구나. 아, я настолько злой. 너무 율법은 거룩한데 난 내 마음 너무 악해. Закон такой святой, а моя душа такая злая. 난 율법을 도저히 지킬 수 없어. Я не могу исполнять заповеди. 난 안 돼. У меня не получится. 난 더 정말 악해. Я очень злой. 그런 사람 둘로 나누어진다. Именно так разделятся люди. 율법을 안 지켜본 사람들은. Но люди, которые не исполняли заповеди. 아, 그냥 지키면 되지. О, почему бы не исполнить закон? 거짓말 안 하면 되지. Не буду обманывать. 도둑질 안 하면 되지. Не буду воровать. 간음 안 하면 되지. Не буду прелюбодействовать. 부모 공경하면 되지. Буду почитать родителей. 안식일 지키면 되지. Буду исполнять субботу. 그 뭐가 어려워? Что здесь сложного? 사람들은 그렇게 생각한다. Так люди думают. 그러나 해본 사람들은. А тот, который пробовал. 아, 내가 율법을 어겼네. 아, я нарушил закон. 안 되네. Не получается. 그래서 거기서 어떤 사람이 예루살렘 내려가다 예루살렘에서 여리고 내려다 강도를 만났어. И один человек из Иерусалима шел в Иерихон и встретился с разбойником. 강도들이 옷을 벗겨 때리고 급한 죽은 것을 버리고 갔다. И разбойники сняли с него одежду, побили и оставили едва живым. 그 이야기가 우리 자신의 모양을 그린 것입니다. И эта история рассказывает наш вид. 이제 그 사람은 강도를 만나서 거의 반 죽어가고 있습니다. Этот человек попался разбойником и стал едва живым. 예루살렘의 여리고나라 강도를 만났습니다. Из Иерусалима он шел в Иерихон и попался разбойником. 이제 누군가가 도와주지 않으면 죽을 수밖에 없습니다. Если кто-то не поможет, тогда он погибнет. 마침 한 레위인이 지나가 제사장이 지나갑니다. И как раз той дорогой шел священник один. 제사장이 그냥 지나갔습니다. Но священник прошел мимо. 레위인도 그냥 지나갔습니다. И левит прошел мимо. 마지막에 사마리아인이 오는데. И в конце идет самарянин. 사마리아인이 나를 도와줘. 나는 이제 죽습니다. Если самарянин мне не поможет, я умру. 이 사람 마음에 이미 죽음이 왔습니다. Его душе уже пришла смерть. 이 사람 마음에 이미 저주 왔습니다. Уже проклятие пришло его душу. 난 멸망을 당할 수밖에 없어. 아, я могу только погибнуть. 그게 우리 인간의 본 모습입니다. Это есть настоящий наш вид. 우리는 전부 다 강도 만난 자처럼. 우리가 정말 죄의 강도를 만나 사탄의 강도를 만나서 그반 죽어가고 있고 멸망을 당할 수밖에 없는 게 우리들입니다. Как попавшийся разбойник, мы встретились со грехом, поэтому мы такие люди, которые должны погибнуть и умереть. 그 사람은 아 내가 이제 죽는구나. Этот человек думает, а я умру сейчас. 우리가 죽는 거 왜 죽습니까? А мы почему умираем? 죄가 많아 죽죠. Из-за того, что у нас много греха. 결국 의가 없어서 죽는 겁니다.
конце концов умираем, потому что нет правды. А 내가 행한 건 전부 죄뿐이야. Все, что я совершал, это было грех. 난 의가 없어. У меня нет праведности. 내가 의로운 게 하나도 없어. У меня нет ничего праведного. 난 저주받고 멸망을 받은 죄뿐이야. У меня есть только грех, из-за которого я буду проклят и погибну. 이제 그 사람의 마음이 어떠냐면은. И какая душа у этого человека? 의에 줄이고 목마른 사람이 되는 거예요. Это тот, который алчущий и жаждущий правды. А, нан иже дыдио 여기서 죽는구나. А, теперь я здесь погибну. 제사장도 그냥 지나갔어. И священник даже прошел мимо. 레위인도 그냥 지나갔어. И левит прошел мимо. 저 사마리안 오지만 저 사마리아 어떻게 나를 건지겠어. Сейчас идет самарянин, но как этот самарянин может помочь мне? 이제 이 사람도 그냥 지나가겠지. Этот человек, наверное, тоже пройдет мимо меня. 어두워지겠지. И придет тьма. 들에 산에 짐승들이 몰려오겠지. И полевые животные придут ко мне. 짐승이 나를 뜯어먹으려 덤빌 때. И когда животные будут нападать на меня, чтобы съесть меня. 내가 지금 누워도 어떻게 짐승들하고 싸워서 이기겠어. Едва живой, как я буду бороться с ними. А, нан иже 여기서 죽는구나. А, я здесь умираю. 내가 여기 내 인생이 끝나는구나. Здесь прекращается моя жизнь. 그 사람이 곧바로 그 짐승이나 강도를 만난 게 아니고 죄의 악한 사단에서 죄에 빠진 내 모양이 그런 모양이라는 것을 말해주고 있어. Слово показывает, что мой вид, который встретился со грехом, со смертью, такой же вид, который сегодня. 그 의에 줄이고 목마른 자. Тот, который алчущий и жаждущий правды. Кто такие алчущие и жаждущие правды? У меня должна быть праведность, чтобы идти перед Богом. У меня должно быть что-то доброе, чтобы быть перед Богом. У меня должна быть святость, чтобы стоять перед Богом. Но я хочу стать перед Богом, но у меня нет никакого добра, праведности. Я думал, что я добрый, я делал хорошие вещи. Но все, что я делал, это злое и греховное. Тот, который это обнаруживает. Это есть человек, который алчущий и жаждущий правды. Кто алчущий и жаждущий правды? Тот, который знает, что все, что я делал, это неправда. Тот, который обнаружил, что до сих пор обманывался, что он делал доброе. Раньше я кричал, что я живу святой жизнью. Но я просто не знал, на самом деле это не было добром, неправдой. Внутри меня нет никакого добра. Добра. У меня нет никакой праведности. Я могу только погибнуть здесь. Я могу получить только проклятие. Меня, такой я бедный человек. Это есть алчущий и жаждущий правды. Тот, который обнаружил, что нет никакой добра, праведности, святости, ничего хорошего нет у него. Знаете, среди того, что Иисус говорил, что удивительно. Написано, блаженные, алчущие и жаждущие правды. Понимаете, если алчущий и жаждущий правды, он должен умереть. Но здесь написано, ибо они насытятся. До сих пор я кричал громким голосом, говоря свои добро, добро, праведность. Теперь, когда я сказал, что мое добро это не добро, что моя праведность это не праведность, а святость моя это не святость. Этот человек станет алчущим и жаждущим правдой. И то, что здесь написано, что ибо они насытят, что это значит? Это значит, что праведность Иисуса Иисус дает этому человеку. Святость Иисуса Иисус дает этому человеку. Добро Иисуса будет дано этому человеку. Среди нас нет ни одного человека, который своим добром, своей праведностью может попасть в Царство Небесное. Именно поэтому добро, святость и праведность Иисуса нужна нам. Но если он добрый, то он будет бороться. 배척하고 자기 선을 세우고. Но кто считает себя добрым, он отказывается, он пренебрегает Иисуса и ставит свое добро. 난 선이 없어. Ой, у меня нет добра. 난 지금 선한 줄 아는데 알고 난 선행이 없어. Я думал, что я добрый, но у меня оказывается нет никакого 난 добра. 난 의가 없어. У меня нет праведности. 난 악해. Я злой. 난 더러워. Я грязный человек. 난 정말 추해. Я скверный человек.
그런 사람, 그런 마음을 가진 사람. Человек с такой душой. 그런 사람을 가진 마음을 가진 사람들에게. А человека, который имеет такую душу. 예수님, 예수님의 의를 얻을 수가 있고. Да, он может приобрести праведность Иисуса. 예수님의 거룩함을 받을 수가 있고. Он может получить святость Иисуса. 예수님의 선을 얻을 수가 있는 것이. Он может получить добро Иисуса. 그의 주리고 목마른 자는 반드시 배부를 것이다. Поэтому написано, что алчущие и жаждущие правды, они обязательно насытятся. 그 말을 다르게 말하면. Иными словами. 자기가 의로운 사람. Тот, который сам праведный. 자기가 거룩한 사람. Который сам святой. 자기가 선한 줄 아는 사람. Тот, который считает себя добрым человеком. 예수님의 선을 받지 못하고. Он не сможет получить праведность Иисуса. 예수님의 의를 받지 못하고. Не сможет получить святость Иисуса. 예수님의 거룩함을 받지 못하고. И не сможет принять добро Иисуса. 반대로 내가 추하고 더럽고 악하고 의가 없는 줄 아는 사람. И наоборот, тот, который считает, что у него нет праведности, добра и святости своей. 정말 의에 줄이고 목마름을 느껴. Да, он почувствует, он будет жаждущим, алчущим правды. 그 사람들은 예수님의 의를 받을 수가 있습니다. Он может получить праведность Иисуса. 예수님의 거룩함으로 만족하고 예수님의 선으로 기뻐하는 자가 된다는 것입니다. Он будет насыщен святостью Иисуса и будет рад добротой Иисуса. 다르게 말하면, иными словами, 예수님께 당신의 모든 선과 의와 거룩함을 다 우리에게 주었는데, Иисус отдал свое добро, праведность, святость нам. 내가 선하고 의롭고 거룩하다는 사람 예수님 그 의를 버리고 내 선을 가진다. 그건 내가 볼 때 선이지 하나님 볼 때 선이 아니라는 겁니다. Но человек, который считает, что он добрый, что он праведный, это ему кажется, но Бог так не смотрит, что мы добрые, праведные, святые. Но раньше я думал, что я святой. Я думал, что я святой, праведный. Я думал, что я добрый. Но оказывается, я не добрый. Оказывается, я не святой. Оказывается, я не праведный. Такому человеку. А такой человек может принять праведность Иисуса. 바리새인과 세리의 기도에도 나타나고. Это мы можем увидеть и молитве фарисея и мытаря. 예수님의 이야기 속에 그런 이야기들이 자세히 나타나서. В истории Иисуса очень много подобных вещей. 우리 삶으로 믿음으로 가야 할 길들을 가르쳐 주고 인도하고 있는 것입니다. И Иисус показывает нам истинный путь веры и ведет по этим путям. 생각하면 주의 사랑이 얼마나 큰지요. Знаете, если мы подумаем, любовь Господа. 자기를 믿고 자기 선하다고 하는 사람들은 멸망을 당할 것이고. Те, которые верят себе и говорят, что они добры, они погибнут. 자기의 의를 자기 어렵지 못하고 악한 걸 깨닫고 의에 줄이고 목마른 자. Но те, которые поняли, что они не добрые, и те, которые жаждут и алчут правды. 예수님의 의로 배부르고 예수님의 선으로 목마름을 이길 수가 있어요. Они насытятся праведностью Иисуса и перестанут жаждать добротой Иисуса. 여러분 모두 예수님으로 의로워지고 예수님으로 거룩하게 되기를 빕니다. Я желаю, чтобы вы все стали праведными и святыми через Иисуса. 감사합니다. Спасибо. 안녕히 계십시오. До свидания.